В Ангу прибыли первые теплоходы с тоннами каменного угля. Всего за период навигации будет доставлено 10 тысяч тонн топлива. В эти дни в Амгу прибыли первые теплоходы с тоннами каменного угля. Первую баржу с углем встретили еще 26 мая. Она доставила 2205 тонн угля. А буквально накануне вечером прибыл буксир Николай Архипов с 2081 тонной угля. В прошлом году ЛОР решил в память присвоить буксиру РТ-73 имя талантливого руководителя, бывшего главы района Николая Архипова. Жители и близкие родственники Николая с большим волнением и теплотой встретили первый рейс баржи. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на сегодня задействовано 13 единиц техники. Годовой план по завозу угля составляет 78 тысяч тонн. Всего за период навигации будет доставлено 10 тысяч тонн угля. Сегодня многие просто машина едет, выходят, фотографируют, снимают. И все, и так просто с берегов деревни проходили, все снимали. Ну, видят же название. Ну, воды по сравнению с прошлым годом намного меньше в прошлом году. Мы в это же время пришли сюда, было на 4 метра воды больше. Сейчас вода, ну, вода остановилась, как бы так, держится. Там еще сзади идут теплоходы, так что 10 тысяч, которые планировали, завезут.